начнется строительство новой дороги Ахтубе Атрау Астрахан. В этом году не знаю, как получится, посмотрим. Но в следующем году, вот когда я последний раз был у президента, я ему докладывал, он обещал поддержку по отношению строительства дороги центр Запад. Это Астана, Аркалык, наш Иргизский район, Шалкарский район, Мугалжарский район, Байганинский район, а там дальше в сторону Ахтау. То есть фронт работы есть.